Особо не жарко, и есть какая-то отдушина. Можно посекалять. Всего доброго, до свидания. Однако прохождение смотрю только, качу трансивер. Слышно было очень громко, сейчас сигнал ушел до 7 баллов в езде. Наверное, как который день оно. Не очень стабильное, к сожалению. Но нам не угодишь. Всего доброго. Вот и все мои загрекурики у вас. Спасибо. Что вы ответили? По-разному слышно. 5.9 плюс и 5.7. Вот таким образом. Во всяком случае нормально. Не теряю информацию. Федор в Белгороде. Слушай. Да, такой же безобразие. Ну, не беда. Хорошего дня, Николай. До свидания. Вот резина еда, Григорий Киловат, Белгород, Прим. Роман Краски 6А, правильно? Спасибо большое, доброе утро. Ну, пока что не громко, слышно, где-то 6-7 баллов. Белгород, Федор, Федор, мое имя, Прим. Да, понятно, Даниил. Ну, дай бог нам еще немножко, так сказать. Вот. Побыть в эфире. Наш уход уже, так сказать, такое, что мы уже вряд ли от него сможем избавиться. Можно аппаратуру, так сказать, где-то как-то поменять, избавиться от нее. А вот увлечение, то оно, видимо, с нами уже навсегда, Даниил. Спасибо большое, Даниил. Рад очередной встрече. Хорошего дня вам, здоровья, крепкого. До свидания. Благодарю. Всего доброго. Счастливо. У Янана тройка, Зинаида, Григорий Киловат для всех. Вот резвая Галина Радио-Ульяна X5, X2, Иван Федор, на приеме. Ульяна X2, Иван Федор, спасибо, доброе утро. Ну, всех перебили, в данный момент 9 баллов, 5-9. Живу в Белгороде, Федор, мой Федор, слушай. Хорошо, Сергей. Ну, громко слышу, плюс 10 дБ, Сергей. Антенна у вас какая? А вертикальная дельта на высоте, точки записки 20 метров внутри. Она вертикально расположена или действительно запитка вертикальная поляризация прием? А нет, это мачта 20 метров, телескоп. Вот внизу. Вот, но пока я ее не развернул, вертикально она работает север-юг, пока, в общем-то, в таком направлении, например. А, ну, горизонтальная поляризация просто так расположена у меня на двадцатку, примерно так, но только квадрат. Добрый, спасибо, Сергей. Хорошего дня, до свидания. Да, я ее буду менять, я сейчас не могу записать ее, чтобы у вас тогда будет, чтобы это надо пробовать. А то так зашумить, что и не захотите. Это... Послушаешь недельку-другую и, ради бога, уходишь от этих восторженных возгласов. Вот условия, видимо, хорошие, она действительно удовлетворяет. Тут, кажется, по своему колхозу надо ориентироваться. Добрый, всего доброго, счастливо. Вот резина Ида, Григорий Киловат, для всех. Радио Ленин, Шейцентр, Харитон.
кто-то брык, говорит, секунду, подождите, Тамара Федор Галя, кто?